Ну, качество оказываемых услуг не поменялось, меняются тарифы, но я еще не почувствовала это на себе. Но мне кажется, что это в нашей стране почему-то у нас растут только тарифы, хотя у нас самая богатая страна полезных ископаемых и всех месторождений. Вот для меня это не очень понятно, и мне кажется, от этого очень страдает особенно регионы. Поэтому вот в этом случае, ну просто я не понимаю и не поддерживаю это, и это ужасно.